привет! С вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. В этом видео я с вами поделюсь рецептом вкуснейшей плетенки с маком. Скажу вам честно, плетенка у меня получалась не сразу. То она у меня как-то некрасиво разлезлась, то как-то треснула, то получалась забитой такой, тяжелой. И я что-то добавляла, что-то убирала. И вот методом проб и экспериментов у меня, как по моему мнению, получился идеальный рецепт плетенки с маком. Плетенка по этому рецепту получается легкой, нежной, воздушной и фантастически вкусной. Ну что ж, давайте же посмотрим, что нам для этого понадобится. Для того, чтобы приготовить вкуснейшую плетенку с маком, мне понадобится 250 мл сыворотки или молока, 450 г муки, 50 г сахара, 15 грамм свежих дрожжей или 1 столовая ложка сухих дрожжей, 5 грамм соли, 1 пакетик ванильного сахара весом 10 грамм, 70 грамм мягкого сливочного масла, 1 яичный желток, 1 столовая ложка молока и мак для посыпки. Ну что ж, приступаем! Для начала я взяла сыворотку, нагрела ее до теплого состояния. Сыворотка ни в коем случае не должна быть горячей, ни холодной. Она обязательно должна быть теплой. К теплой сыворотке добавляю дрожжи, половину сахара и все хорошо перемешиваю до растворения дрожжей. Сюда же добавляю 3 столовые ложки муки и снова все хорошо перемешиваю. Муку я заранее просеяла через сито. А пара готова. Ковш накрываю плотно крышкой и оставляю в теплом месте на 15-20 минут. А пара у меня уже готова. Сейчас я вам покажу, как она хорошенько подошла. Вот такая получилась чудесная опара. Видите, она увеличилась в несколько раз в объеме. И только теперь приступаем к приготовлению самого теста. Муку, которая осталась, я высыпала в кастрюлю. Сюда же добавляю соль, ванильный сахар, сахар, который остался, и все перемешиваю. К мучной массе выливаю опару и все хорошо перемешиваю. Добавляю мягкое сливочное масло и хорошенько вымешиваю тесто в течение 10 минут. Больше муки добавлять не нужно. Поначалу тесто может быть липкое, но потом оно станет мягким, таким однородным, и оно не будет липнуть к рукам. Тесто я вымешиваю в течение нескольких минут. Посмотрите, вот какое оно сейчас липкое. Так и должно быть. Главное, тесто очень хорошо вымесить. Тогда оно получится мягеньким, эластичным. И оно совсем не будет липнуть к рукам. Тесто хорошенько вымесило. Муки я больше не добавляла даже в процессе вымески. Посмотрите, вот какое должно получиться тесто. Оно мягенькое, эластичное, воздушное. И видите, вот оно совсем не липнет к рукам. Беру чистую сухую кастрюльку, выкладываю тесто в кастрюлю, накрываю плотно крышкой и оставляю тесто в таком вот виде, в теплом месте на 60-90 минут. Нужно, чтобы тесто хорошенько подошло и увеличилось в объеме в 2-3 раза. Тесто уже хорошенько подошло. Посмотрите, вот какое оно получилось чудесное, воздушное, пышное. Достаю его из кастрюльки, обминаю руками и делю его на 3 части.
каждый кусочек теста скатываю в шарик. Шарики из теста накрываю пищевой пленкой и оставляю в таком вот виде в теплом месте на 15 минут. Прошло 15 минут, шарики из теста хорошенько округлились, снимаю пищевую пленку, рабочую поверхность совсем немножко притрушу мукой, руки также немножко, берем один шарик теста и скатываем его в длинную колбаску длиной приблизительно 30-40 сантиметров. Колбаску раскатала, ее немножко расправляем руками. Теперь скручиваем плотный жгут. Края жгута скрепляем. И снова немножко вот так вот прокатаем. И точно такую же работу я проделаю с остальными кусочками теста. Из полученных жгутиков формируем косичку. Плетенку сформировала, ее главное не сильно плотно переплетать. Готовую плетенку перекладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Нужно работать очень аккуратно, потому что тесто очень нежное. Плетенку накрываю пищевой пленкой и оставляю в теплом месте еще на 15 минут. Смазываю плетенку взбитым яичным желтком с молоком. Посыпаю плетенку сухим маком. Отправляю плетенку выпекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов. Буду выпекать приблизительно 30 минут. Нужно, чтобы плетенка сверху хорошенько подрумянилась. Но вы лучше ориентируйтесь по самой плетенке, ведь у каждого разные духовки и по-разному они выпекают. Плетенку испекла, оставляю ее до полного остывания. Плетенка с маком готова! Она получилась румяной, очень красивой, ароматной. А посмотрите, вот какая она мягенькая. Вот такая получилась чудесная. Я сейчас разрежу и покажу, какая она получилась в разрезе. Вот такая получилась воздушная. Посмотрите, какая она воздушная, легкая и очень вкусная. Такую плетеночку очень вкусно кушать со сливочным маслом. На масочко намазать мед, любимое варенье. Ее вкусно кушать с молоком, с чаем, с чашечкой кофе. Вот такая получилась красота. Видите, какая она воздушная получилась. Посмотрите, вот румяная снизу, румяная сверху. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт и вы его приготовите. А с вами была Даша Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!